Здравствуйте! Мы рады новой встречи с вами на программе ⁇ Так написано ⁇ Начиная от первого человека на Земле, Адама, и до наших дней, на протяжении всей истории человечества вопрос власти не дает покоя. Беспокоит умы людей. Борьба за власть. Каждый человек вовлечен в эту борьбу от высших до низших. Кто будет первым, кто будет лидером, главой, президентом и так далее. Эта борьба затронула все сферы деятельности человека, от политиков до духовенства. Где родилась эта борьба за власть? На небе, в сердце Люцифера, который решил вознести престол свой выше звезд Божьих сидеть на горе в сонме богов и быть подобным Всевышнему. Затем эта борьба за власть перенеслась на землю и перенял, приняла глобальные масштабы. Чья власть на земле будет осуществляться? Власть сатаны, который считает себя здесь законным хозяином? Или же власть Бога, Дьявол претендует на власть с первых дней существования нашей земли. Он считает, что вся власть принадлежит ему. Он так и заявил об этом Христу, когда Христос пришел на эту землю. Об этом мы читаем в Евангелии от Луки в 4 главе, в 6 стихе. И сказал ему дьявол. Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу даю ее. Он не без основания заявил об этом Христу. Так оно и было в течение двух долгих столетий на Земле. Так и есть сегодня. Но вдруг Христос делает такое заявление. Дана мне, Христос говорит, всякая власть на небе и на земле. Это было сказано во всеуслышание после воскресения Христова. Все должны были знать это. Фактически, Христос заявил об этом раньше, когда Он висел еще на древе креста. Его последнее Слово, которое Христос произнес пред смертью, совершилось. И вот эти слова Иисуса Христа, которые он провозгласил ученикам своим в 28 главе Евангелия от Матфея с 18 по 20 стихи. И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И вот Я с вами во все дни до скончания века». Никто из стоящих вокруг креста не понял таинственного, таинственного смысла этого слова «совершилось». Но это понял дьявол. Он понял, что отныне его власть над людьми сломлена. Совершилась эта победа Христа на земле, победа Бога. Смертью своего сына на кресте Бог освободил пленников греха на земле, даровав им свободу. Вот почему Христос объявил своим ученикам, «Да на мне всякая власть на небе и на земле!» Апостолы очень быстро и смело засвидетельствовали об этом всем в Иерусалиме. Но Лука, автор книги «Деяния апостолов», сообщает, что были приняты все меры, запрещающие даже упоминать имя Иисуса – в книге Деяний апостолов в пятой главе в двадцать восьмом стихе мы читаем такие слова: не запретили ли мы вам накрепко учить осем? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека. Но никакие запреты не действовали. Смелость учеников вызывала удивление в народе. Вряд ли ученики могли бы так бесстрашно и смело вести себя и провозглашать о Господе, если бы они искренне не поверили в эти последние слова Христа. До этого они находились в страхе. Смерть Христа так обескуражила их, что они все разбежались. И только в субботу вечером после распятия они собрались вместе, закрывшись на все запоры. Об этом мы прочитаем в 20 главе Евангелия от Иоанна в 19 стихе. «В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты а из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им, мир вам. Где находит Иисус их, своих учеников? В каком состоянии они были? Они были в страхе. Но в течение очень короткого времени все изменилось. Они больше не запирали свои двери, потому что поняли, что вся власть принадлежит Христу. Вот причина того, что они так успешно выполнили то, что Христос им заповедал. Идите и научите все народы, потому что мне дана всякая власть. Это поручение Христа можно выполнить только при одном условии когда всем сердцем поверишь в заявление Христа, что вся власть принадлежит Ему. Что же эти слова означают для нас? К великому сожалению, история христианской церкви показывает нам, что уже к концу первого века, под давлением сильного гонения на христианство, многие начали забывать, что Христу дана всякая власть. В церкви начинает появляться другая власть, и об этом предостерегает апостол Павел во втором послании к фессалоникийцам, второй главе, в третьем и четвертом стихах. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе да не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели» противящийся и превозносящий, превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не власть Христа, но другая власть появляется в самой церкви, которая имеет свою цель обольстить, то есть обманом и ложью увести за собой. И еще прочитаем книгу Деяний апостолов», 20 главу, 29 и 30 стихи. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стада, и из вас самих восстанут люди» которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Это не мои слова, об этом говорит Библия. Вот она цель, увлечь за собою. Сколько бед принесли церкви эти люди, сколько страданий, борьбы, разногласий и разномыслия, чтобы только достичь своей цели, установить свою власть в церкви Христовой. Но Христос не оставляет свою церковь. В трудные для нее дни Господь через Иоанна посылает в поддержку напоминание о том, что вся власть принадлежит Ему. Послушайте эти трогательные слова, которые записаны в книге Откровения в первой главе и в восьмом стихе. Я есть альфа и омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель. Так может сказать только тот, кто обладает абсолютной властью. К сожалению, история христианской церкви... Это тоже жестокий путь борьбы за власть. Сколько крови было пролито за то, чтобы обладать этой властью. Христос и его имя стало пользоваться людьми только для того, чтобы осуществить свою власть. Слово Бога стало абсолютно забытым. Церковь стремилась к тому, чтобы упрочить свою власть и в общественной, и в политической жизни. К чему это привело, мы знаем из истории. К восстаниям, революциям, войнам. Слава Богу, что Он не оставил Свою Церковь. Через определенных людей, которые свято верили в то, что вся власть принадлежит Христу, истина вновь была открыта миру. А сегодня? Какая власть сегодня? И в церкви, и в мире. Когда мы сегодня смотрим на события, происходящие в мире, на бедствия и катастрофы, на насилие и войны, да, экономические бедствия, страдания, болезни, эпидемии, на разрушение и смерть, то невольно задаешься вопросом, что же это за власть такая? Есть ли сегодня власть Христа на земле? Христианство Сегодня подобно ученикам, которые в страхе заперлись в доме и рассуждали. Ну почему Христос позволил себя распять? Почему Он позволил злу восторжествовать? Почему Он ничего не сделал? Вы чувствуете, как эти вопросы похожи на те, которые сегодня задают многие люди. Если Бог есть, то почему Он допускает все эти бедствия? Почему так много страданий в этом мире? Почему погибают невинные люди? Почему зло торжествует? Почему Бог ничего не делает? Вы задавали себе подобные вопросы? Посмотрите, что Христос ответил своим ученикам. Воскресший Христос обращает их внимание на пророческое слово и говорит, что все, что написано о мне, должно сбыться. Об этом мы прочитаем в Евангелии от Луки в 24 главе, в 44 стихе. И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в Законе Моисеевом и в пророках и в псалмах. Если бы ученики внимательно исследовали пророчество, то они бы увидели во всем этом их исполнение и никогда не задавали бы подобные вопросы. То же самое является причиной того, что люди сегодня задают те же вопросы. Люди не знают пророческого слова. И это вызывает у них панический страх и ужас. Христос хочет, чтобы в последнее время люди обратили особое внимание на пророческое слово. И вот мы обратимся сегодня к пророческому слову. Книга пророка Даниила, 12 глава, стих 4. А ты, Даниил, сокрой слова Сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится ведение, то есть знание. Бог все предусмотрел, чтобы в последнее время люди могли знать, что будет происходить в мире. У Бога всегда имеется пророческое слово на каждый период времени – и через изучение этого пророческого слова мы можем убедиться в том, что вся власть в нашем мире все еще принадлежит Христу. Но как церковь относится к его Слову сегодня? К сожалению, приходится констатировать, что христианство потеряло свою силу. Учение Христа уже не покоряет сердца людей. Оно превратилось в холодную догму. Где сегодня эта сила в христианстве? А послушайте, что Христос говорил в молитве Отцу Небесному. Какая цель была у Христа? Прочитаем Евангелие от Иоанна, 17 главу, 21 и 26 стихи. «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что ты послал меня. И я открыл им имя твое, и открою, да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Вот он, путь к достижению единства между людьми и между людьми и Богом. Христианство сегодня до невозможности наполнено противоречиями. Верующие во Христа перестали понимать друг друга. Власть любви в церкви заменена на власть авторитета. Опять дьявол подсунул свою замену. Но почему так? Почему так? Ответ прост. Верующие во Христа опять забыли о том, что Ему дана всякая власть на небе и на земле. Но в чем же это выражается? Многие люди думают, что на небе Он, может быть, и имеет власть, но только не на земле. Здесь господствуют другие силы, господствует власть тьмы, и дьявол обильно пожинает свой урожай. Вот поэтому Слово Божье призывает нас. Во втором послании апостола Павла Коринфянам, в 13 главе, в 5 стихе, мы читаем такие слова. «Испытывайте самих себя, верили вы самих себя, исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть?» Давайте заглянем в свои сердца и посмотрим, чья там власть. Можем ли мы заявить, что в моей жизни вся власть принадлежит Богу или нет? Христос очень хочет, чтобы мы задали себе этот вопрос. В книге Откровения, в 13 главе... Иоанну было показано, что в последние дни истории этого мира дьявол вновь будет стремиться к тому, чтобы взять власть над совестью человека. Прочитаем об этом книга Откровения, 13 глава, с 13 по 17 стихи. И творит великие знамения, так что и огонь не сводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание, на правую руку их или на чело их. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Мы не должны забывать что если мы не подчиняемся Христу, то мы автоматически попадаем под власть дьявола. Третьего не дано. Почему же в мире так много зла? Потому что люди поступают по суетности ума своего. Но исследование Слова Божьего изменяет поступки людей. Они станут другими. И в конце концов их характер изменится. Хочу закончить нашу встречу словами из небольшой, но очень ценной книги «Путь ко Христу». Благодаря правильному применению воли в нашей жизни может произойти полная перемена. Передавая волю Христу, вы соединяетесь с силой, которая выше любой другой силы на земле. Вы получите силу свыше, которая будет держать вас непоколебимыми Итак, через постоянное подчинение Богу вы будете в состоянии жить новой жизнью, жизнью веры. Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности – Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9 телепрограмма «Лицом к лицу».